армии Новороссии на Донбассе. Очень, очень скоро он будет поднят на Эльбрус. Я уверен, что совсем скоро мы его же поднимем на флагштоке на площади Ленина в городе Николаеве. Ждите нас. Аминь. Да, ждите, ждите, придем. Жители Николаева, Николаевской области и Украины, к вам обращаются участники сопротивления фашистской хунте. Мы ваши земляки, люди, которые устали от беззакония новой власти. Устали от того, что воры-олигархи по заказу заграничных хозяев убивают народ и зарабатывают на его крови деньги. После наших обращений по городу начали распространять слухи, что это какие-то малолетки сняли видео. Но смотрите, какие мы малолетки. Мы там, мы здесь, мы везде, где идет бой с олигархами и их американо-европейскими хозяевами за свободу украинского народа. Жители Украины, вас обманывают. На Донбассе воюют местные жители и жители других регионов Украины, которые видят, что только силой оружия можно избавиться от предателей украинского народа. Пресса стала проституткой олигархов. При кровавом Януковиче можно было писать все, что хочешь. Сейчас скрывают любые новости, не нравящиеся власть. Пусть расскажут, как разрисовали забор 79-й аэромобильной бригады надписями, что они убийцы, что в соляных вокруг части клеили листовки против убийц собственного народа. Пусть рассказывают, что они стреляют на полигоне за Терновкой, а попадают на 500 метров правее в ворота жителей села Капустина-Балка. Кто вас стрелять-то учил, криворукие? Пусть расскажут, что с Широколановского полигона сбежало трое мобилизованных с автоматами, и у каждого по 4 полных рожка. Их уже поймали. Или будете ждать, пока они кого-то убьют? Пусть расскажут, что на прошлые выходные по КПП на Соляных стреляли из осветительных ракет, и вы никого не поймали? Мы вот думаем, какую следующую акцию сделать? Обстрелять КПП из гранатомета или пожалеть вас и просто знамя из части выкрасть? Многое вы не хотите рассказать николаевцам. Ничего, мы освободим наш родной город, и вы на все вопросы публично ответите. И на самый главный вопрос ответите. Почему солдаты вооруженных сил Украины нарушили присягу, предали свой народ и убивают женщин и детей? Мы благодарим за помощь всех неравнодушных людей, которые нам помогают материально и снабжают информацией. Особую благодарность хотим высказать ополченцу Александру Жучковскому и его команде, которая помогает снабжать не только ополчение Донбасса, но и партизан на оккупированных территориях. Мы призываем всех неравнодушных к судьбе страны. Объединяйте свои усилия в борьбе против нацистов. Собирайте данные на пособников хунты. Блокируйте незаконные приказы и правительства Украины и руководителей области. Проводите разъяснительную работу среди населения на местах. Наше дело право. Победа будет за нами. Слава Новороссии! Я сам из города Николаева. После того, как началась война на Донбассе, я слушая наши украинские СМИ, приехал лично посмотреть, что тут происходит. И увидел, что нам врут. И врут очень сильно. На самом деле, наши украинские войска, нацгвардия наша, уничтожают дома, жителей домов этих. Мирное население, бомбят детские площадки, школы, больницы, убивают детей, насилуют женщин. После этого я решил остаться тут и воевать за Донбасс. Я созваниваюсь со своими знакомыми, с друзьями, которые находятся в городе Николаево. Они ждут, когда армия Новороссии придет и освободит город и область. Но этого не будет. Надо, пока вы сидите, прячетесь там, вас будут по одному вылавливать, отправлять сюда. Тут вы будете гибнуть. Поэтому собирайте чемоданы, езжайте к нам. И вместе освободим город и область нашу. Это мои штаны. Вот эта кровь, которую я еще не стирал, это мое ранение. Я его получил здесь, вот на позициях, при минометном обстреле нас. Вот. Кровь еще не успел отстирать, но я вот, видите, уже залечил рану и вернулся на боевую позицию. Это перемирие где-то две недели тому назад. Вот. Здесь недалеко находилась миссия ОБСЕ. То есть огонь нам запрещают открывать по нацгвардии. А те нас спокойно обстреливают все наши позиции с ЗУШек, БМД, БМП, там все, что у них, и танк даже была, вводили. Это минометами нас крыли. Я всегда привык верить тому, что я вижу собственными глазами. И когда
был Майдан. Потом, когда, в общем-то, началась уже война здесь, на Донбассе, ее, конечно, стабильно в Киеве называют антитеррористической операцией. Я лично приехал сюда, увидел все собственными глазами, увидел, что украинские СМИ вам врут. На самом деле, это вооруженные силы Украины и проплаченные там всевозможными олигархами, тем же Коломойским, там, Порошенко и другими, в общем. Здесь убивают мирных людей, женщин, детей, разрушают инфраструктуру Донбасса, разрушают шахты. Это геноцид народа. Поэтому я принял для себя решение помочь жителям Донецка, Луганска, ну, Донбасса. Я остался здесь вместе с ними. Приехал, я сам коренной николаевец, я там родился, вырос. Вам всем говорят о том, что в Украине нет фашизма, что все это бред российской пропаганды. Но, ребята, просто думайте собственной головой. Не верьте тем сказкам, которые вам показывают по телевизору. Просто элементарно даже. Откройте интернет, он у вас у всех, я уверен, есть. Мы живем в век информационных технологий. Откройте, забейте в тот же Google фразу «фашизм». Зайдите элементарно на ту же Википедию, почитайте, что такое фашизм. И оценив то, что делает нынешняя власть, оценив те законы, которые они принимают, вы увидите, сможете сопоставить, если вы, конечно, не совсем деревянные, я надеюсь на это, и сможете увидеть, кто действительно фашист. Та власть, которая пришла на Украину, или же, как вам говорят, та же Россия. Не знаю, они говорят, что мы сепаратисты. Я считаю, ребенок трехлетний или бабушка, которой 95 лет, не ходит, она никак не является сепаратистом или бандитом, или боевиком каким-то, как они нас называют. Мы как бы защищаем свое, не мы к ним пришли в Киев и на них нападаем, а пришли они к нам сюда. Пришла в ополчение, меня взяли, тогда был как бы отдельный женский батальон, взяли меня. Мы проходили, ну, как бы учили подготовку. Первые боевые у меня были 3 августа. Мне выдали СВД. Много чего они сделали плохого. Как бы. У меня здесь мои дети просидели всю бомбежку здесь. У меня маленькому ребенку, Данилу, 8 декабря в голову залетел осколок. Ребенок живой, нормально ходит, слава богу. Долгое время пролежал в реанимации. Сколько у меня друзей погибло здесь, в Горловке. Как я после этого... Например, мне говорят, уезжай там назад, зачем я тебя? Да я никуда не уеду, я умру, но не поеду. У меня муж 2 раза здесь раненый был, и как он тоже воюет вместе со мной. Воюем 16 мая, и никуда я уходить не собираюсь, и не пойду. И пусть они видят мое лицо, позывной у меня СВД, я их не боюсь. Пусть боятся они меня, а не я их. Поэтому я их убивала и буду убивать, а есть за что. Пусть приходят сюда, что они минометами у нас бомбят, людей мирных. Вы придите так, давайте на автоматах сравнимся, ротами. Что ж вы, герои великие.